представлено возможное транспортное решение на основе технологии SkyWay для соединения Лаагна-Т с центральной частью города. Стоимость строительства транспортного пути от 1,5 миллиона евро за 1 километр и в разы дешевле по сравнению с трамвайными путями и другими решениями. Мы прибыли в порт. Это одна из возможных транспортных ветвей в центр города. Представленная визуализация – это одна из возможных частей целостной транспортной системы, которая соединит Лаас-Намэ с центром города и позволит без препятствий передвигаться в Муустамэ, Ыйсмэ и Виимсии.